потом слышу. Сейчас. Короче, WhatsApp, ты тут? Угу. Ну, короче, тебе на ДК надо что-то? На БДК нет. Это самое. Ну тут как? Тут ШП, получается, надо. Я вижу, что я решил вагоном провагониться. Вот. Если нужен будет ретрик на лича, ну там, в принципе, два рога, код. Если нужен будет. Ну тут, если что, еще ЗУЗУ вагон. Тут ЗУЗУ вагон и еще кто-то еще, сейчас скажу, кто. Этот Агримар Вар, там 6.1, ну как не вагон, нормально. Да, Агримар, ладно, но ЗУЗУ там мечтанка присылается. Ну, не умеет вообще фуриком. А, ну танком, мне или нокдауну. А сейчас посмотрим. Ну нокдаун нормально танчит, ты может АДК пойдешь. АДК пойдешь. Пассап на ШП, ШП есть? Да. А вот этот ДК Теркоза, он тоже танки? Ну у него там ДД есть. Если, короче, Ваня, Варенька, смотри. Если на если ретрик нужен будет, я на лича профа зайду фуловым ретриком. Багельф не отдал паладина своего там персонажа. Вообще я пока в танке помогу потанчить трэш там спек. Вот, а так это самое провагонишь. Ну ладно, так в принципе там не так можно получился. Ну как, я не знаю, там 3000 дал в ППГ. Ну я не знаю. Класс, на фул или там еще одно место есть, там хаба просится. Одно место есть, да. Я на танка буду ролить, там мне надо шапка. Или на ШП, скорее всего, если там с ретриками нормально будет. Ну так как две роги там на лича станы-то будут, я могу на ШП зайти на лича. Там, потому что один ШП вообще шляпа будет, одна сова. Сейчас терево, да. Ну, я по ротации не знаю, мне говорили, что нужно сначала правосудие вот это кидать. Вот мы и на месте. То, что ППГ я включал, печать повиновения. Не важно, каким будет исход. Но на босс порчи лучше. Да. Героями, сражавшимися за свободу и покой, ну, не знаю, блин, что там, лужу кидаешь. Помните, все по КД герои, просто тыкаю, я просто не знаю, что в приоритете сейчас. Ну, если у тебя фуловым ретриком пойдешь, то у тебя там бонус от Т10, который сейчас бурю устанавливает. Нулевый ретрик. Ну, тебе ее надо по КД сливать. Будет. А если нулевый, то тогда да, правосудие. Ну вот этот я идол взял, манускрипт, который удар воина света юзаешь, там сила увеличивается. Ну и грань я еще сегодня сделаю. Ничто вас. Ну, зря, по-моему, сделал. Почему? Типа ты 30 льда слил на этот манускрипт. Ну, вместо того, чтобы купить сет. Так как ты думаешь, я его быстро куплю? Я сегодня не оформлюсь только, да. Так, всем привет. Привет. Ну типа там за триумф очень хороший этот, который прокает от этой печати, который... От порчи. От порчи, да. Ой. Уже ничего не вернешь, как бы все уже этот у меня бисовый манускрипт стоит. Залет всегда лучше покупать сначала этот... Все. Да, я не спорю. Помню, на всех персах. 20-10. Ну блин, да, хотя бы 20-10, там жирный бонус. Так я был в одном целка обычке только. Ну, это ж недели через две, наверное, будет покупал. Там и то есть 10 опус удастся собрать раз. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится. Это у тебя есть ювелирное дело, спрашивал ты? Ну, есть, вреди. Ну у этого у повороте маг фуловый есть, если чё он там на полу. Да я зайду, есть фуловые махи, там по дамажу нормально. В конце концов. Профи, кого там надо будет? Может этот Сурок или кто там? Да не, ну проф в конце будет. Ну там Синдрак, кровь такой там. Пойдёте да, повороте, там на профа будет. Посмотрим. Хорошо. А мейн танком кто будет из ДК? Нокдаун. Вроде так, Пойд говорит. Я не помню эти камни. На пробивание брони этому вару ставить или что-то надо? Да. Если кап не собранный, то на арп. Там кап у вару, фури вара 1400, по-моему. Тебе 1400.
Смотрите, я поставил этот грань тьмы и воятель. Или лучше вместе воятеля поставить этот с ребра, этот мозгоруб этот. Готовьте молот Оргрима. Не, воятель получше будет. Воятель лучше. Понял. Что мне пригодится, Боб и диван, да? Капли. Сняли бы. Да не капли, его снова срубить сразу. Да я бы заебал. Да цена, наверное, убьет. Бабу отдашь. Ой, блин. А тут какой-то мне пишет в ПМ, шо до линии, приз какой-то. Ты, говорит, чё кикнули с гильдии? Не знаю, сейчас скажу, ты кто. Ну, тут он, наверное, вчера Олег кикал дел. Людей каких-то, которых он не знает. Слабак 20 человек только кикнул. То, что Ваня разошелся, блядь. Сразу мне. Ты их там и так больше тысячи уже. Я тоже не понимаю, зачем персы, которые просто висят, не заходят. Залейте маму гутерболу, кто может. А, если что, Хайден Лул не демон. Да, он арх. А, у нас... а, вижу все. Я не заметил козел навык. Там шина на лево, походу, будет. Попал бафу, что говорил? Ну давай, Карик МП5 раздашь, спала каски раздашь, копар как кулаки. Берин. Да, там Берин, добавь, что будет просить. Объясните потом. Андрей, пара, дайте шкаф там, Магримар, заходи. Чет Барда, заходи. В мир. Там дайте шкаф, сейчас шкаф дайте, столик дайте, все дайте. Ну, дайте столик. Спикайте на сломан. Где там шанан? Принимай сумму. Так, когда где там, заходи. И такой вопрос. Вот грань тьмы, да, которая сделается, она хуже, чем Бринтроль с Герой будет или лучше? Для Редрика. Бринтроль лучше. Герус. Напало время лучше.
А с обычки лучше грань, да? Чем, ну, чем блинтрой с обычки. Давайте, пока так, наверное, 4. Дайте фулбафы, там каску дайте, кулаки им пытаются. Кулаков нету. Сейчас, погоди, дам я. Сейчас ману отпью. Кальк МП5 бафаешь. Который бы умеет ставить, кому дать. Кому рыбу дать, кто ставить умеет. То что ли? Про кулинарку не качает. Походу без рыбы будем. Белин пишет, поставлю рыбу. Серега зайдет, поробим каску. Кушайте рыбу пока. Пишите там, пока только нахуй спек ролите, куда ИП будете получать. Такое все. Рога куда делся, да? Ты не знаю, ребро без него убьем, если что, потом доберем. Захожу, захожу. Там за дурачок пишет, блять, под моим ником. У меня уже достаточно таких предметов. Кроме первого сообщения. Ну это не я, это Шанан, скорее всего. Он тупой. Тыкните на сумму. Ваня, кинь, пожалуйста, смарт-кило к танкам в пати. Спасибо. Так, давайте все тут, там пороги дайте, там, что ему там кулак не хватает, лапку. Дайте чек на пол, вроде на нем все есть. Что там, Зузу? Ладно, хорошо. Ничего, я с варов тут. Так, ну давайте, все готовы, за линию заходим. ДК, начинай. Давайте, рост. В лужах не стойте, перед мордой тоже не стойте. Уже выйдете. Давайте сейчас будет вихрь, танки направо, налево, мелькие шипы бейте, РД в центре, в лужах не стойте, ребро к вам бежит, вы отбегаете. Там Даня по команде им на хп дашь. Давайте выходите, слушай. Играйте по шипам, милики. Отойдите, отойдите от ребра, отойдите. Дань, давай гимн на хп. Сейчас лучше забьют. Бою. Отойдите от ребра, отбегайте, отбегайте. Давайте, и под жопу. Так, РД играем по шипам сзади, два шипа. Давайте под жопу, собирайтесь. Добивать, чистить трэш, идите. Так, кто там осколки забирает? Поезд на мейнспек надо кому-то? Это голова, наверное, лучше будет, чем голова моего Мершама, да? Кинешь там хлам какой-то.
И крудак, если не надо никому. Это тоже на холе палок, поэтому не висит. А у тебя вот этот аддон правильно показывает, да? Ну да. Во сколько ПР у человека? Да. Сейчас Войт как ворвется по дамагу. Что не говори. Посмотрите на свои. Сейчас еще репу докачает с кольцо. Покачаем. Нелепостью их строения. Ну хотя бы больше танка дал. Да? Сколько я дал? На 100 ДПС. 400 тысяч на Войде. 4 тысячи. О ком вы говорите? На Войде, блин. А, кстати, Зузу тоже отличился. Я не бью, почти я смотрю, как надо все делать правильно. Что там, ёпс, есть там кошмот? Можно даже без спека. Знаете, что мне скажите? Когда у другого паладина аура льда, а я мастер ауру включаю на работу... Слышь, Ваня, я могу в танк пойти. Мама, нет. Только так, у меня у тебя есть аура. Угу. Только на мою ауру, да? Ваня, слышишь, у меня есть... Да я могу в танк, да, давай там НДК. Ты можешь просто танка шмот одеть, если спекаться не хочешь, там побудет лучше в ШП, там в АДК баф там дашь. Зачем? Один пусть. Не люблю это. Пускай лучше он будет в танке. Не в силах даже. Зачем одному просто баф? Ты тут погоду не сделал, отрисе лучше танк просто. Здорово, сразу веселье, нет? Привет. Привет, ну так давай мага в гильдию тоже. Кто-то падал, нет? Да вроде не. Беги, малышка, беги! То есть ты будешь так просто ролить, то я буду за половину отдавать. Ты не в гильдии, считай. Кто, маг-то? Ну да, получается маг там и кто-то в гильдии уролил. Че за половину отдал? Маг-то не в гильдии. Так, давайте. Все тут. Два БДК слева, протопал справа. Первый напол на нокдауна, второй на терка занапуливайте. Пристык контролем, фиряем, там все даем. Капли сливаем, магику новую даем. Ну, по себе МП5 раздавит, там вроде себе МП5 должен бафать. Ну, запустили, спасибо. В трэш переключайтесь, когда он выйдет. Играйте по трэшу. Давайте, трэш бейте, право-лево. С одной стороны убили, со второй помогайте. Блять, дайте бар. Смотрим, сейчас контроль будет, играйте пока леди. Смотрим контроль, контрольте. Пухнастик креса 100 грамма. Таксон, реса и дримера с правой стороны не валяются. Контрольте игроков. Дайте нам по ним 300 баф, лапку такую, авары на апы, кликните им. Давайте, трэш лучше бейте. Вышел трэш. Контрольте игроков. Потом того моба добьете, бейте леди пока. Что-то ДПС маловато. Где вы там тащеры? Не, я вылетел. Сейчас. Тащер. Тащер отозвался. Не, может, мало ты видел, что я вылетел. Давайте, играйте по трэшу. Мне трудно привыкнуть, потому что он машет этим топором, это он бьет.
Давайте трэш с правой стороны добейте. Контрольте игроков. Так, иди в Кособокова долейте. Нокдаун один набивай агро. Давайте на нокдаун напуливайте. Играйте по трэшу. Смотрим, духи сейчас будут выходить, духов не бейте, че-то не ловите. Ну бля, хули кастровать не можете, лары, бля, браны. Так, дух в центре пошел в мили-зону. Контроли. Контрольте. Толстан Триси. Так, смотрите, там агро на Триси не будет, так что на ком-то будет агро. Духи вышли с правой, с левой стороны. Капли сливайте, паладины вроде откатились, а духи в центре, в мили-зону пошли, играйте по трэшу. Лока гроски. Так, дай сарву Хайден Лолу. КП точка. Угу, сейчас. Пробуйте на теркоза напуливать. Я дал. Да, он уже не мага пошел. Контрольте, контрольте. Гомеопатию законтрольте, иногда он законтрольте. Два танка в контроле, в духе в центре, аккуратно. Ахтунг там прям вообще капец. Знаком агро будет, бегите. Танки пробуйте набивать. Санта нету, но для наку. Кригер, дай им на ману. Так, духи в центре, пошли аккуратно. Играем пока по трэшу. Леди не бейте, пусть агро набирают. Не ловите духов, а то если вайп себе ГП давать не хочется. Духи в мире зоне, аккуратно. Контрольте, всех контрольте, вара законтрольте и лока законтрольте. Духи в центре пошли в мире зону. Давайте последний трэш, его надо убить, духи в мили-зоне. Ну не ловите. Гомеопатия, дай им на ману. Контрольте игроков. Два роги законтрольте. Так, смотрим, духи в центре, в мили-зону пошли. Все, трэш можете не бить, добивайте, леди. Духов только не ловите, пошли в мили-зону. Резайте павших. Внутри святая шапка. Рольте на мейны. Сейчас, минуту. Ну, посмотри, кто рассеял проклятие. Кто рассеял? Я. Ты смотри, я тоже дисплеил, там 12 дисплеил. Это тут больше массовая, да, заходит? На слава. Нибелунгом бей, короче, наверное, будет больше дамажиться. Да ну, блядь, угорай. Ну, вызывай валькира. Сука. У меня там не прокачаны скиллы, топоры-то у меня 400 уже. 2000 дам ДПС. Танк меня обогнал на этом досе. Я хуйней страдал. Ну, я каски обновил там. По руги, по варам. Попалом обнови по... Сейчас, подбежите, обновлю. И шаманом обнови. Шаман не умирал. Духов, что ну и что, обновить-то надо. Усмиритель небес. Чем обновлять, если не умирать? Зачем моешься, если все равно потом будешь рядом? Дрисиди там мага сзади валяется. Это не вижу где.
Дракон Кирпер кто-то затянет сюда к нам. Все видели, что этот скинул Джейми в эту группу нашу? Да, я там проголосовал. Да, да, да. Я пиздец, я так сукался от этого, от этой хуйни. Мне вот интересно, это все фигню в пейнте рисовал. Жалко было ему своего времени. Не, ну лайк он заслужил. Я надеюсь, вы все проголосовали, что он не прав. Джейми? Да. Нет, нет, Джейми, вы что? Я щелкнул на канал. Саня, перекинь там ГП на меня за шлем. Слышь? Я уже снял. Сижу в пушке. Тоже в пушку сесть. Так, берем ранцы. Он запустил. Там дайте какие-то бафы, там лапу, каску, пристабаф. Он все равно добафаем на сурке. Вроде по всем каскам. Сам уйдешь. ДПС молодой. Тут я там первый буду, давайте. Вы видите? Что это там вдалеке? Без комментариев. Я потом пойду. Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите. Играйте пока трэш в нашем корабле, пока мага нету. Охуенно поиграл, бля, хилы. Давайте почти вышел на галити. Капар, ты, наверное, не в курсе, не надо здесь так сержанта выбиваться. Если там какой-то БР откатился, можете капара виснуть. Нахуй знаю, сюда вливался, блядь, сюда захиливали. Ну, многое поменялось. Перелетайте обратно. Что, видите кого-то БР? Да пофиг, чё. Без меня не убьёшь. Чё вы дохнете? Блин, поставь правосудие порчи. Ну, печать порчи. Я? Ну да, кто там танк? Так я агро держать не буду. Да, как сказать. Ну стой, проще, как вы меня хорошо удержать. Давайте летим. Там агро надо на двух мобах держать. На тех мелких вообще полик. Да нет, вообще повиновение. Только на халюне на трэш использую, так порчу. Что за пушки слабо дамажите? Там одна пушка свободная. Кто не занял, займите. Где? Сейчас бы лучше убили. Вчера Оптимус в Гере побил ее в каушу и сидит в пушке. Давайте смотрим, полетели. Ну,
перед Мурадином как бы тоже не надо лететь, ну, а вставай, я, короче, хорошо. Приземлился на ранце краски. Ну, вставай пока, иди, лети там пока. Бэров нет. Перелетаем обратно. Кто там умер, давайте, валите с этого, резайтесь. Копар тоже, мы копарали с ним, если шо, на нашем корабле. Не лутайте. Не лутайте. Посидел в пушке. Чё там? Ну, выкинул из пушки и этот. Ну, вставайте, кто там умер. Летите. Ходите, там бой спал, с рука запускайте. Подождите, дайте озаривать. Дайте бафы, палы по ханту, пожалуйста. Пала, бафы на себе, бафните тоже. Сейчас бафа. Запускайте, с рука там что стоим. А что упало с кораблей? Час! Не открывал. Присумоньте мага. Стрелка, протяните просто. Оставьте, давайте лутаю. Плащик на мой спектр надо кому-то. Этот идет на ту. Алло. Что? Хантам идет этот плащ? Блять, вы че сидите? Ладно. На БМ, если только. Что, кому? Копар тебе? Да, давай мне. Слав, ничего, что я за половину отдам. Ну давай. Кольцо надо кому-то на мой спектр. А, Слав, твоя первая шапка на хила. Друиды, бахните лапу, пожалуйста, и дайте кулак ханту. Интеллект. Каску по крестам. Паладины, Войд, дай, пожалуйста, кулак ханту. А каски, да? А ты что, даешь каски? Интеллект. Кулаки там. Копа. Так, бери, не, Слава, не. Кому копар, кулак, дай. Ну, стой, ханту, ханту. Давайте, бой начинается. Короче, если мы падаем, смотрю, кто трэш не бил, даю ХП. Давайте, рост. Опять кадам, как думаю. Давайте 2 секунды трэш, готовьтесь его бить. Ёбаный Вовка, сука. Давайте 2 секунды трэш, готовьтесь бить трэш. Земля,
Давайте 2 секунды трэш. Ну я доказываю, ты там нечаянно. Танки, прожимайтесь на комагро, будет 80 плюс процентов раги. Ну на сольке, когда 80 плюс прожимаетесь, на комагро будет. Давайте трэш верните, там если будет, добивайте сурка. Прожмите станки на комагро. Пояс надо кому-то на инспект. 6800 дал, смотрите, пацаны, нихуя я нормальный пацан, да? Я думал 5к не дам. Покоритель рольте. Сколько общий? Общий 286. 286. Наконец-то ДПС, пожалуйста. Ты четвертый. Блин, кони хотя бы, ну... Хуё. Войд Зузу передамажил. Надо кому-то покорителя, к обычной персоните. Угу. Бо я ему позволил себя передамажить просто. Я бил трэш. Короче, всякое барахло Войду скидывайся, надо что-то ему пишите. Кто Войда больше под трэш? Чё там в трэш, кстати, 67 тысяч нормально, да? Ну, 65, да, мы нормально, да. Сука. По трэш, о, на команде. Ну, давайте, танки, видите одну валькиру. Сейчас ведут валькиру, мы будем ее бить. Посмотрите, чем я там бил, правильно бил, да? Вот так отпечатать порчу, да, у нас. После бури кидаю освещение. И там вот когда шутся быстрее буря, светло. Так, добиваем этот мелкий трэш и идем на центр. Сразу на лед пойдем. А почему буря быстрее от освещения финишует? Сейчас куда идем? На лед. Сейчас валькиру убьем и на лед. Я сейчас вершам успех. Не, после трэша. Сколько там был общий ДПС на сурке? 285. Собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Давайте, РД звездочку, милики печеньку. Милики, отойдите от ВВЕшной.
Так, давайте, РД звездочка, милики, печенька. Протопал наверх. Кидаем протопала, хорошо. ДКшка по одному дергай к полководцу и милики полководцев. Играйте РД, массами сбивайте сверху трэш. Полководца одного добьете, милики, можете наверх врываться, вас там не убьет уже. Сейчас на секунду АФК. Это что я сделал? Встань только наверх. Ну, сейчас. Я вообще убыл, пошел и все. Сейчас я отдаю. Давайте на вальке отдаем бурсты. До синдры не понадобится вам, так что не жалейте. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного. Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Смотрите, вам урон капитана. Может быть, ты прав. Добивайте капитанов наверх, не поднимайтесь, можете бой запустить. Дисперти. Дисперти бой, но инст повесить. Дебагну до сих пор. Нет, там все уже давно починили. Наверх уже можно с боем забегать, ничего не будет. Наверх с боем лучше не ставить, мы тогда уже поднялись и сразу валька запустилась, эти мобы побежали туда, на нас. Так, давайте, Шанан хила, Даня хила. Друиды, кого там... так, Фухнастик, хил есть у тебя? Ну, значит, тогда Даня в хила и Шанан в хила. Получается, Кригер, Гомеопатия на рейде, остальные все в порталах. В порталах за печенькой летайте. Става тоже в портал заходи и ставишь ауру на скорость. Видите, кого-то хапал, кстати? Так Кальк хапал. Вон он, пусть он оставит. Ну да, да. Будешь тут бить. Да, так. Ну нормально. Дай мне пати, дай гимн на ману. Когда дремнуть? Дай, дай гимн на ману. Или так, я с этим ману, дайте звездочки инер. Звездочки инер дайте. Я рейд хилю или валю? Рейд, рейд, ДЦ. Так, давайте чек на фул. Дай мне МК, Ваня. И гомеопатики дай мне ПС.
Так, сейчас. Так, ну давайте, все готовы, можно начинать. Играем в подавление. Толстый в конце будем заливать. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Когда у Толстого мало хп, давайте под него АОЕ. Куда здесь встречаемся? Сначала смотрите порталы больше, в какой стороне там встречаетесь. Хотя спереди. Смотрим, подавление вышло, бейте подавление. Вы видите Толстого с ракира, с дракона. Давайте я по Толстого. Впереди встречаемся, там же. Убивайте косты волдырным. КД не успевает двойник делать. Давайте, играйте в подавителей. Там же. Пусть этих порталов раздавайте. Там едины на хп. Играйте в подавителей. Добейте червей, вылезли черви, там два штуки. Я назад в, хи- в эту проблему. Не-не, пятая пати хилы на синдре, там Даня в шп спекайся. Вся хуйня на холи пала упала, да, блядь? Да, надо кому-то. Ну понятно, кому-то надо. Да все на холи пала. У нас тут один холи пал. На другом персонаже, блядь, это пиздец. Да, хоть ладно, хорошо. Кость на замка падает, стухла. Здесь сапоги на танке и кольцо, по-моему, падает. За 6. О, зато меткости у меня 363 уже, вот это заебись. Мазать не буду, охуенно. Было бы еще чем не мазать. Зайду тут курю. Угу. Зайду чай налью.
Топчики чай с собой носят в заварниках на две чашки. Не, не вкусный он такой. А что, заварника советского такого? Фарфорового, керамического. Поставил прилуд, вот эту тоже на две минутки. Танки, держите дракончиков. На лестницу вести. Да.
зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Мобаф обновляйте. Кулаки, каски где? Сейчас погоди, роги куплю. Так, давайте все подходимся, сейчас будем бафаться. Уже бафнулись. Давайте все тут можете фулл бафы давать. Давайте чек на пул. МП5 хенту дайте, пожалуйста, паладин, Холик. Калька МП5 стой. Так, смарткилл, Зузу. Где у нас 4 хила сейчас? Чё, в 5-5 пати хилы. А, что нам тоже окей. Так, Зузу тут, повороте тут. Подходи. Да. Давайте начинаем, спускаемся, хилим рейд. Так, 4-3 хила освобожденка, милики там до 5 стаков, стакайте. Притяжка, отбегаем. Беги, малышка, беги! Давайте, не духните. Додайте, синдру сейчас будет взлетка. Давайте рейд наверх, метки вниз. Давайте метки вниз. Бейте точно, без дот. Давайте, сзади падает, печеньку не бейте. По центру. Крайнюю левую бейте. Да-да, сейчас левую бейте. Сзади, между скрипами, по центру. Так, с правой стороны. Разбивайте.
Ну, 3 хила так же самое, милики, там 5 стаков максимум. Сейчас притяжка будет, готовьтесь. Бежим. Дексон, резай рогу. Захилить его сразу. Там вары на АП крикните, там пристабав лапку ему дайте. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Я кулак дам сейчас. Угу, давайте, нокдаун, протопал поймаешь, Давайте, бейте скрепы по центру. Печеньку не бейте. По центру. Бейте левые, крайние, самые крайние левые бейте. Правую бейте. С правой. Все, стоп по скрепам. Справа самую подбивает. Правую бейте, самую правую, слева падает. Все, разбивайте. Дайте рост. Давайте, бейте милики. Там РД не стакайте только. Весь орехи на ПДК. Давайте, фаза пошла, все под босса носим, смотрим, на ком сейчас метка будет. Давай, Зузу под босса, Америки ушли. Сразу разбивайте. Кидайте стаки. Следующую не бейте, будет притяжка. Под босса гомеопатия, не бейте склеп, ушли милики. Давайте, спрятались. Не бейте склеп, не стакайте ничего, там захилится, задамажит. Беги, малышка, беги! Следующую под босса тоже. Все, разбивайте. Кальк под босса, ушли милики, ушли, ушли. Танка хильте. Милики, ушли. Я не успею так кинуть. Так, два хила нормально, втроем хит. Под босса Зузу. Дадите смертные. Сразу разбивайте. Ну не надо там ничего стакать, по одному, по два стак. Там захилит без вас. Кригер под босса, ушли милики. Сразу бейте. Давайте, три хила нормально. Под босса будет притяжка. Слава под босса, прожмися. Ну так, не бейте, скреп не бейте. Ух ты, выжил. Беги, малышка, беги. Следующий тоже под босса будем нести. Все, разбивайте. Милики стоит, стоят. Копар под босса, милики стоят. Сразу разбивайте. Давайте под босса несите. Кто там кутербол под босса, ушли милики. Забрал. Сразу бейте. Под босса хаба. Разбивайте следующие стороны и добивайте. Не, добивайте. Давайте, в подбосса будет притяжка, под босса. Слава, под босса, ушли милики, ушли. Сейчас сдохните с стаками.
Ну все. Разбивайте и добивайте. Слава бабу, прижмешь. Нет. А, ну пока. В сторону. Так, молодец. Кто хлопнул? Добивайте быстрее. Какой дебил только что это сделал? Как дыхание умер. Ну, бах. Давайте, бежим. Это пиздец. Пиздец, нох. Понабирать стаки и хлопать в рейде. Это дыхание. Это не дыхание. Это дыхание, это не стаки. Не делайте ретаунт время дыхания. КЗ. Я вроде до дыхания успел, ну, но мне босс вроде был. Прежде чем пробовать свои силы в рейде героического уровня с трудностью на 25 игроков, вы должны держать вверх над карманным чом в составе рейда нормальной сложности на 25 игроков. Что, даже СВК считает тебя бомжом? Давайте, подходите, пока не бафайте. Ждите всех, потом бафы дадите. Ставите момент. Давайте, если тут можете фулл бафы, давай там кушайте рыбу. Там рыбу поставьте. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот до ступени. Енту. Так, давайте чек на пул. Давайте все. Так, карика, гомеопатия, где вы там? Все, все готовы, спускаемся. Хилим рейд. Потом ученку пойдем? Не, на кровь. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Повесили их. Унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Смотрим, сейчас притяжка будет, готовьтесь. Агро, агро. Бежим, дай сакру, дай сакру. Пиздец, блять. Не помогла сакра. Как они дохнут? Да, падайте. Это я агро что-то сорвал. Ну чё там мне? Сали удали в подкопии. Вставайте в одну точку. Ну, морозьтесь там, быстрее будет, чтобы вас не бафали.
Так, тему уберите, шаман. Ага, я заморозился. Там да. Правая кнопка мыши на тотеме, щелкайте сверху над иконкой, когда вы снимете. Слушай, ты мне сальву дал с пула, что ли? Или это так, потроллить? Не, он берет, пишет, сальву дал. А попи? Ну, не надо давать сальву магу под копию. Оно багается и срывается. Если вызвать раньше копии до босса, то да. Не знаю, я сколько Battlegeist играл, я такое еще не видел. Не, никто не говорил сальву давать.